И сегодня всех мужчин с наступающим Днем защитника Отечества поздравила депутат Государственной Думы России Ольга Савастьянова. Это тот день, который мы не можем недооценить, потому что этот день напоминает нам о том, насколько сильные, отважные, смелые наши мужчины и те женщины, которые также отдают свое сердце, свой долг нашей Родине. Многоуважаемые, дорогие наши мужчины, позвольте вас поздравить с этим праздником, сказать вам огромные слова благодарности за то, что вы у нас есть, за то, что вы даете нам уверенность в завтрашнем дне, за то, что вы бережно относитесь ко всему тому, что находится рядом с вами. И выражая вам свою благодарность, хочется пожелать, пусть все то отношение и те дела, которым вы служите, возблагодарятся счастливыми мгновениями для вас и для ваших близких.